Воплощая в жизнь смелую идею, организаторы поделили конференцию на несколько разделов: «Мой мир и мое окружение», «Я гражданин», «Мой выбор», «Успешное будущее». По словам одного из организаторов конференции Галины Филипповой, мероприятие вызвало живой интерес среди педагогов, родителей и общественности. Мы собрались здесь для того, чтобы обсудить вопросы воспитания и создать единое воспитательное пространство в городе. Такая идея родилась у нас при беседе с Людмилой Георгиевной Мурашовой. Мы обсуждали некоторое время ее. Была написана концепция группой авторов. И в результате вот мы сегодня собрались для того, чтобы обсудить, каким образом мы будем ее реализовывать. Руководитель одной из секций Светлана Амарина уверена, что залог правильного воспитания детей, в том числе духовного и нравственного, в комплексном подходе и уважении к ребенку. Программа как раз таки и должна способствовать объединению всех воспитательных усилий, всех направлений воспитательной работы, потому что что спорт, что здоровый образ жизни, что гражданское воспитание. Все это нацелено на воспитание духовной личности. Это главная цель работы нашей программы и не только нашей секции. По замыслу организаторов, на базе конференции должно появиться еще несколько проектов. Например, в школах будут проведены пока что в тестовом режиме факультативы этики, а также разработана система внеклассных мероприятий и проведен постоянно действующий семинар для педагогов.